Привет, зрители. У меня тут обзор с Вайберис. Ссылки, естественно, будут в инфобоксе. Смотри, какие наушники. Они складываются и раскладываются. Теплые. Я их сегодня обновила. У меня, как ты знаешь, были наушники, которые мне подарила Настя Зарецкая, которая когда-то вела канал Зана Channel на YouTube, не знаю, ведет ли сейчас. И эти наушники были от Oriflame, они жили где-то 6 лишним лет, но вот внезапно в деревне на днях умерли. Мне вот что от них осталось? Вот что от них осталось. Ушки отвалились, развалились, и кошка их раздолбала. А вот эти стоили довольно бюджетно, около 300 рублей. И артикул будет в инфобоксе, и если что, в закрепленном комментарии под этим видео. А еще я себе купила... У меня такая проблема была, как я сюда приехала в середине апреля 2018 года, а потом купила эту кровать себе с ящичками выдвижными. У меня этот такой обычный матрас. И с него все, что можно, там простыня сползает. Я под него ложила какое-нибудь одеяло шерстяное советское, оно сползает, еще что-нибудь, оно все сползает. Я думаю, может купить матрас. Загуглила на Вайберис в поиске с приложения. Да, загуглила с приложения в поиск на Вайберис. Какой-нибудь матрас. И мне вдруг вылазит на матрасник. Я думаю, офигеть, бывают на матраснике, а я не знала. И он что-то такой 400 с чем-то рублей, совершенно бюджетный. Можно и подороже точно такой же купить. А у меня кровать, ну, короче, матрас мне надо было 90 сантиметров на 2 метра. И вот он как раз такой. Селена на матрасник. Жемчужная пудра. На матрасник жемчужная пудра 90 на 200 сантиметров. Количество 1 штука. С маркировкой Селена. Чехол полиэстер. Наполнитель полиэфирное волокно. Страна изготовитель Россия. Сделано в августе прошлого года. Может потому оно и по скидке было. Я еще специально ножницы взяла, чтобы порезать. Ну, в смысле открыть. А оно само открывается. У нас тут это бумажка этикетная. Оно на резиночках. И сейчас я тебе это обозрю. Потом запишу пустые баночки, которые все никак не запишу. И буду вот это нацеплять на свой пододеяльный, блин, на этот, на свой матрас вот этот огромный толстый. А на него потом простыночку. Короче, менять белье и ложить вот эту штуку. Вот здесь она такая, ну, как бы, ровненькая. Из такого нетканного материала, из такого еще нетканного материала иногда бывают, ну, даже не знаю, с чем сравнить. Ежедневки гигиенические, женские. Ну, не знаю, может, мужские тоже бывают ежедневки. А здесь просто такая мягкая фигня. И он такой вот, ну, внутри там что-то такое вот легкая такая наполняемость. Из него, может быть, из этого... Если в него завернуться, то, может быть, это будет какая-нибудь очень легкая ветровка. Прикольная такая штука. Зритель, ты когда-нибудь пользовался на матрасниками? Я с тетей еду в деревню на автобусе в пятницу утром, когда не спавшая вообще была. У меня с четверга на пятницу был такой один конкретный длинный день, часов до 5 вечера. И в 5 вечера он закончился. Говорю, прикинь, бывают на матраснике. Она говорит, вообще-то да. В общем, все знали, одна я в танке. На матрасник. Ну, я весь-то уж раскладывать тебе не буду. Он весь в камеру-то не влезет с такого-то расстояния. Я тут меньше метра сижу от нее. Но вот он такой клевенький. Ты, конечно, можешь поизвращаться и сказать, Лёля, засними мне свой на матрасник на кровать, когда уже его насобачишь на матрас. Я постараюсь тебе заснять, если мне религия позволит. А если не позволит, то не засниму. Ну, или можешь не спрашивать. Ну, или вообще поделись мнением, юзал ли ты на матраснике в свою жизнь, зритель. Всем спасибо. Всем пока.